Добрый день! Сегодня с вами снова компания Cohesa. Сегодня у нас 3 сентября 2020 года. И сегодня мы будем рассматривать замену муфты. Это у нас такой комбайн, блендер, то есть Кларштейн ТК-18. То есть у нас вот что происходит. То есть у нас вот есть такая муфта, которую мы производим. И вот есть поломка, которая у человека произошла. То есть я вам так визуально покажу, то есть что произошло. Тут есть гайка находится внутри с левой резьбой. И эта гайка, просто муфта на гайке провернулась. Если мы будем вот так вращать ножи, вы видите, какое неправильное вращение идет. То есть это из-за того, что муфта провернулась, она там разворотила все. И вот таким вот образом получается, нам надо ее удалить отсюда. И поставить сюда другую, такую же муфту, которую делает компания Cohesa, которую можно найти на сайте www.cohesa.ua. Можно найти у нас в Украине на prom.ua, либо в России на tiu.ru. То есть, в принципе, в России у нас есть также само свой представитель, и все эти запчасти абсолютно доступны покупки. Кто-то может это сделать сам, кто-то может прибегнуть к помощи сервисных центров. Ну, для того мы проводим эту передачу, этот блог, для того, чтобы каждый из вас понимал, что особой сложности большой в замене муфт, втулок, в общем, всей бытовой техники разных насадок, то есть особой сложности часто не представляет. И поэтому каждый из вас может самостоятельно при наличии каких-то там минимальных там набор минимальных инструментов самостоятельно сделать, скажем так, замену, удалить старую и на ее место поставить новую. Ну, в данном случае это вот этот нож от блендера Кларштейн ТК-18. Ну и кроме того, вот есть тут ножи, которые мы в состоянии затачивать. То есть это в том случае, когда человек уже понимает, что блендер не работает действительно качественно, происходят какие-то манипуляции, а продукция, которая там должна перемолоться, перерезаться там или взболтаться нормально, она не в состоянии, то есть блендер не в состоянии этого сделать. Из-за чего это часто происходит? Из-за того, что ножи со временем, а часто даже при покупке только, уже не готовы это делать. Поэтому вот мы нашли такой метод, решение, каким образом эти ножи можно затачивать. В данном случае тут вот мы пробовали затачивать лезвие. Одно я вам покажу. Вот. Но затачиваются все остальные. Мы будем также сам затачивать все 4 лезвия. Если надо, в блендерах погружных мы затачиваем 2 лезвия. То есть значения не имеет, все в наших силах. То есть если вы в Украине, вы находите нас по ссылочке сверху. И таким образом вы можете обратиться к нам, то есть передать свою продукцию там почтой любой, к нам идет доставка, и мы выполняем эти условия. Меняем муфту, если надо, можем вам просто ее подать, вы сами поменяете. Заточим ножи, то есть любые условия, любые капризы за ваши деньги. Вот. Ну, в данном этапе сейчас попробую, если у меня выйдет с помощью вот таких вот кусачек и плоскогубцев, эту муфту отсюда удалить. Не очень, но как бы вроде получается и не так. Почему? Потому что нижняя часть, она сидит плотно, а гайка уже провернулась. Вот я вам покажу на новой муфте, это примерно вот та же самая ситуация. Вот. И эту гайку отсюда надо достать, так как эта гайка с левой резьбой. Желательно при случае, если у вас вот такое происходит, и она муфта приходит в него, эту гайку не терять, потому что найти гайку с левой резьбой достаточно сложно. На базарах их нету, только это специализированные гайки для вот таких вот устройств. Тем более они там часто идут разных диаметров, поэтому это сложно действительно. Так что рекомендую их не терять. Удаляете, гаечку прячете, оставляете, покупаете муфту самостоятельно, потом это меняете, гайку ставите на место, и все вопросы
Думаю, таким образом смогут решиться. Вот, видите, то есть часто мы прибегаем к использованию гравер. Гравер на гравер специально делается насадочка, одевается насадочка, и мы обрезаем этот пластик и потом извлекаем с помощью там кусачек, плоскогубцев. Ну, в данной ситуации вы видите, что так же самое не очень это получается. Соответственно, какое-то время надо будет на то, чтобы удалить эту старую поврежденную муфту и поставить новое. Значит, мы добрались максимально до гайки. Вот наша втулка, она уже вот так возвращается. То есть гайку нам надо открутить, получается. Я сейчас буду откручивать вот. Это левая резьба, говорится, повторяю, значит, она крутится в обратную сторону, откручивается. Вот мы ее снимаем. Таким образом, все. Извлекаем старую эту вот муфту. И теперь наша задача, что сделать? Нашу гаечку поставить назад в ее штатное место. То есть штатное место уже предусмотрено. Шестигранная гаечка, сделанная, муфта, сделанная компанией Кахеса. Работает долго и надежно. Сразу делаю такую рекламку. Ну и как бы правда то, что нас действительно уже знают очень многие. И потому что у нас огромное количество запчастей. И потому что на наши запчасти мы постоянно на каждую отработанную нами запчасть мы даем гарантию 3 месяца. Что не делают другие производители. Хотя их и не так-то и много, и тем более, что у многих производителей нету того количества запчастей, которые есть у нас. Ну вот все, теперь я ее ставлю на место, я ее закручиваю. Левая резьба, значит, мы крутим против часовой стрелки, мы ее закручиваем, ставим на место, вот она зажимает, сама себя зажимает. То есть, если вы там даже думаете, что вы не дожали, она все равно дожмется в процессе эксплуатации. Потому что идет обратное вращение. Она будет сама себя зажимать. Ну вот и все. То есть муфточку мы поставили. Она стоит на своем штатном месте. Мы можем собирать всю эту конструкцию. Тут еще дополнительная есть такая вот чаша получается. Эта чаша закручивается саморезиками. Вот. Все. И вот уже все. Кажется, стоит на своем месте. Блендер полностью может быть готов к использованию. Ножи мы сейчас подточим, ну и человеку, как говорится, продлеваем жизнь его блендера, который на сегодняшний день, я думаю, стоит там 3-4 тысячи где-то, небольшим ремонтом, небольшими, скажем, там вложениями, опять возобновляем ему жизнь, и человек будет опять пользоваться им, думаю, еще не один год. Так что всегда рады помочь всем, тем, кто нас знает, тем, кто нас только услышал. Компания Кахеса Украина всегда с вами. До новых встреч. Ну, новое видео будем выставлять так же самое для тех, кто желает самостоятельно пользоваться инструментами, самостоятельно делать какие-то замены, возможно, открывать какие-то небольшие сервисные центры, либо просто самостоятельно для себя делать ремонт своей бытовой техники. Мы всегда будем помогать, всегда будем выставлять видео, где это можно увидеть, и я думаю, с нами вам будет и легче жить, и легче использовать всю бытовую технику, которая у вас есть дома, самостоятельно это ремонтировать. Всего доброго, будьте здоровы, всегда с вами компания Кахеса.